специальный клип снимаем. Хорошо. Снимаем клип сегодня. Прошу. Тебе приходит 30 человек. С кучей оборудования, они перекрашиваются, она смотрит на это все, вызывает суперохранников, они приезжают и говорят, все, вы здесь не снимаете, вы выкатываете. То есть мы сейчас едем на новую локацию? Мы сейчас едем на новую локацию. Если что, там есть стекла. Мы сейчас берем столы, стулья туда относим, все там расставляем, и там побезопаснее, чем где вы были. Понял, это типа бэкстейдж. Да? Отлично. То верно, то верно. Здравствуйте. Что мы сегодня делаем здесь, а? Мы сегодня отдыхаем. Что заставили делать, не знаю. Вот накрасились уже. Сегодня, я не знаю, типа, ну, вроде воин. Воин. Это воин племени. Вот мы с другом костры сегодня жгли. Еще друг бегает в зеленой футболке. Он еще сейчас подойдет. С нами Михаил, это главный антагонист. Он за элитку, за бойцов. И сегодня он будет месить всем лица. А потом ты склеишь это, как он месит всем лица, ладно? Ну, на самом деле нет, ну как бы, да. Жить будешь. Затянется. Че, бля, это кадры, да, смертельные, бля. Это вторая кровь. Первая. Поздравляю, у вас вторая кровь. Первая. Первая кровь, вон у нее. У меня раньше была. Мощная съемка, потому что планируется. Мощная, по-другому. Это касти, низшие касти, да? Мы нищета, да. Нищета. Да. Тогда я элит. Получается, да. Получилось. Давайте сменим локацию еще раз. Пока все живы. Бутерброды сам приготовил. А вы сегодня кто? Лемен. Кто-то опять подъехал. Движение вот сюда и пошел. Они поддерживают свой дом, вот этот, а ты, поддерживая свой дом настоящий, подкрашиваешь верхние места, только верхние. Твой архетипный персонаж, он такой немножко надменный, он больше думающий о себе, при этом он мудрый. Ребят, все за камеру, уйдите! Ускоряемся. Давай еще предыдущий покажи. Туши. Все еще решит завтра. Сегодня так разогрелись. Сегодня второй съемочный день. Ехал. А вы знаете, зачем сегодня здесь? Конечно. Да. Зачем? На самом деле, в принципе, все, что мы знаем, это значит, что мы ничего не знаем. Поэтому мы просто ждем. Как бы. Я просто воин. Действуем по течению. Говорят, делаем. Не говорят, что же делаем. И что мы что-то делаем. Супер. О, ехал. Ладно, давай мы снимать их уже будем. Если честно, не понял, куда я попал, но мне здесь нравится. Олег круто замутил. Успехов ему. Я всегда в него верил, он настоящий молодец, красавчик.
я уже не раз говорил тебе, твое хобби меня настолько впечатлило, что я вот решил поддержать в твоем начинании тебя. Поэтому творим историю. Вчера и сегодня это путь наверх. Это первый шаг на эту гору твоей мечты. Поэтому идем, движемся, и я тебя во всем поддержу. Сейчас мы приступаем к сцене номер... Сцене номер 7, нет, 8. Сцене номер 8. Или какой сцене? Я уже голова путается, мы не спали. И что мы будем сейчас делать? Мы сейчас будем снимать в Арханале. Сейчас будет рамс, сейчас будут драки, и это будет очень зрелищно. Но вы это увидите только после того, как увидите сам клип, так что... Ехала. Ты готов к бою? Всегда готов. Снимаем через. Раз, два, три. Все, ребят, вас здесь больше надо. Вас здесь больше надо. Приготовились. Снимаем через. Раз, два, начали. Есть. На самом деле это шикарнейший опыт, и это самое сильное впечатление за весь мой пока еще короткий творческий путь, но команда профессионалов, ребята все выкладываются на 1000 миллионов %, все крутые, ребята крутые, режиссеры, сценаристы, ты красавчик. Спасибо. Девчонки, вообще все настолько круто, настолько все по-светлому, и огромное количество энергии, обмен энергии, это самое главное. Новые знакомства, новые впечатления, новые контакты, новые соприкосновения и новые коллаборации, самое главное. И это созидание мы созидаем, и я уверен, что в дальнейшем мы будем создавать все больше и больше, и прогрессировать, соответственно, вместе все больше и больше. Круто.